Привет всем! Хочу показать соединение, увидела на канале у Любови Зыковой. Она два полотна сшивала, как бы так вот косичкой на машине. А я вот юбочку. Вот она так получается. Вот сначала слева берем 3 петельки, надеваем, потом с правой 3 петельки и вяжем 8 рядочков. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Берем 3 петельки. Так вот. Слева берем. Справа берем. Надеваем на 3. Выводим, чтобы легче машина вязала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять 3 петельки отсюда берем. Так, 3 петельки здесь берем. Можно было включить счетчик, что-то не захотела. Так, вот у меня юбочка будет для внучечки. Так. Плохо видно, изделие тоненькое. Итак, идем до конца. Связываем. Последний мы вяжем не 8, а 4 ряда. И закрываем любым удобным способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надеюсь, понятно всем. 1, 2, 3, 4.